Место. И аз знам какво казвам. И я знаю, что я говорю. Въпреки че години наред мечтаях да отида там, където... Много лет я уже мечтал поехать туда, куда я поехал. Живеят арменците. Где живут армянцы? Това не е моята страна там. Защото аз съм роден тук. Я родился здесь. И аз вярвам, че където е поставил Бог. Я верю там, где Бог меня поставил. Там трябва да светиш. И там нужно светить. Въпреки всичко искам да споделя какво видях там. Но я хочу поделиться, что я увидел там. Освен многото храна. Кроме много изобилия еды. Хашове и всичко останало, върнах с 2 килограма повече. У меня 2 килограма я набрал после поездки. Само едно нещо не можах да ям, беше много мазно. Только я одну вещь не смог есть, которая была очень жирная. Но все было очень прекрасно. Но да се върнем на сериозните неща. Но сейчас вернемся к серьезным вещам. Аз наблюдах много внимательно какво правиха в църквите. И я очень внимательно смотрел, что там делают в церквях. И трябва да ви кажа, че бях в харизматични църкви. Я был в харизматичных церквях. Но полухаризматичные. Но они были полухаризматичными. Те, примерно, не уважают барабаны. Они не уважают барабан. И когда ты пуснах наше хваление, казаха, това е дискотека. И когда, когда я включил им наше прославление, они сказали, что это дискотека. А я и крещать, что прасни залата. Ну, они молятся на языках, так что зал разорвется. Шегувам са, но искам да ви кажа нещо, какво разбрах. Шучу, но я хочу сказать, что я понял из этого. Разбрах за братките. Я понял о посылках. О платочках. Да? О косынках понял. Носят? Зачем они нужны вообще? Смысл осознал го. Я осознал это. Разбрах, защо жени и мъже са отделно. Я понял, почему мужчина и женщина отдельно. И това не е старомодно. Это не старомодно, это по-библейски. Но е на техния край, там, където те живеят. Но это там, где они живут. Ние за братки няма да сложим. Мы не будем одевать косынки. Те на нас не викат европейци. И поэтому они нас называют европейцами. Аз се радвам, че съм европеец. Татко, благодаря ти. Я очень рад, что я европеец. Искам да ви кажа, че искам да възразя с този молитвен дух, който видях. Аз плаках направо. Я там очень плакал. 2000 души църква са молиши като един човек. 2000 човек в църкви молилась как один человек. И това беше в понеделник вечер. Это было в понедельник вечером. Аз съм изобличен. Я был обличен. Че в неделя трудно тръгвам или захапвам, зацепвам. Что в воскресенье да трудно я собираюсь в церковь. А тие хора там. А люди там. Отиват с такова желание. Они идут в церковь с таким желанием. Да срещнат Бог. Встретить Бога. И това е, може би, което е опазило арменците. И може би, това е то, което съхранило армян. През хилядите години, които са били клани, избивани. При вече года, когда они были убиты, убиваемы. И трябва да ви кажа, че стандарта само в Ереване, както в Москва и в Ленинград е добро. И в Ереване, и останало, как в Москве. Няма да кажа какво, да. Така и в Ереван нещата са красиви. Уровень? Да. Стандарта е висок само на едно място. Да, только в одном городе стандарт жизни высокий. Всичко останало е... Трябва да се молим много за това. А за все остальное нужно молиться. И аз почнах да се моля даже за шосетата им, защото нямам зъби, обаче изпада и кот нямам. Я начал молиться за их дороги, потому что у меня нет зубов, но то, что было, выпало. Те мислят, те вярват, че Они не верят. Трябва да притесняваш Бог, не трябва да искаш това и онова. Аз се молят за такива неща, които всъщност нещата се случват без да ги искат. Да, они не молятся о таких вещах, как о дорогах, они и просто... И това забелязах, че силната им вяра в любовта им към Бог. И у них есть сильная вера в любовь Бога. Не може понеделник 2000 души след неделя на работа ходил, изморен, да, получается, 2000 человек в понедельник вечером после работы собираются в церкви. И ние два влязахме. Беше отпреди, беше задръстена вратата, не можеш да влезеш. И было трудно зайти, потому что было столпотворение у двери. И главният епископ, аз трябва да вас запозная, Павел се казва. Я познакомился с мужчиной, зовут его Павел. Не знам как се свързаха с нашия човек. Главный епископ. И той заповяда да влезем и не влязахме. И то, он нас позвал, мы Има зашли. Има страхотна дисциплина, между другото. И там у них есть дисциплина. Значи, нещата, които научих. Дисциплина. И то, что я научил, это дисциплина. Подчинение. Подчинение. На висшата, как да кажа, не висша, извинявам се, на по-старшите. На более старшим, как иерархия. И това е библейско. Да и се, это по-библейски. Словото го пише да уважаваш възрастните. И в Библии написано уважать взрослых. Също това нещо видях, семейството как се уважават, главата как е
издигнат. И я увидел, как у них в семьях тоже глава семьи уважается, как она не может да седнем всички и главата да не са помоли тогава да едем. Да, не могут они все вместе, и они могут начать есть только когда помолится глава семейства. Ходихме на гости на много места. Мы были в гостях во многих местах. Сатани крещяха и не викаха, това беше благословението и Святия Дух. И дети не кричали, это было благословение Святого Духа. Чудо, това, для меня это было чудо. Искам да ви кажа основни неща. И основные вещи, которые я хочу сказать. Я верю, что это Святия Дух. Я верю, что это Святой Дух. Не евреите, не болгарите, не армяне, не евреи, не болгары. Бог. А это Бог. Ако издигнем кръста, если возвысим крест, ако уважим Христос, если будем уважать в наши Христа, сердца, в наших сердцах, ако приемем Святия Дух, если примем Святого и Духа на языке, и говорим на иных языках, что разговор директно с Богом, потому что это директный разговор с Богом, тогава нещата се случват. Тогда будут случаться вещи. И аз преди малко се разплаках, когато Наташа каза да се молим да предадем всичко това, което имаме. И третим, как Наталья, когда Наталья сказала помолиться Богу и отдать ему все, что у нас есть, я расплакался. Когато един християнин порасне, той вече не иска, той само благодари. Но когда один християнин возрастает, он больше благодарит Бога. Аз мога да ви кажа, че колата ни се скапва и не върви. Моя машина уже ломается. Едва мы обаче поехали на этой машине. Благодарность, мы говорим, Господи, идем на церковь. Но с такой благодарностью сказал и Богу, верю, что я запали, иду в церковь. И я поверил, что она заведется. Бутах ми и запалих ми. Да, мы толкали машину, и она завелась. Но вярвам, че Бог е в контрол на всичко хора. И я верю, что у Бога все под контролем. И каквото и да ви кажа сега за Армения, няма да впечатлявам. И все, что да я могу вам сказать о Армении, не впечатли, да вас не впечатлит. Искам да ви кажа какво Бог прави в нашите сърца. Но я хочу вам сказать, что Бог делает в наших сердцах. Проповядвах само в три църкви. Само. Я проповедовала только в трех церквях. Пастор Теос проповядва в много повече. А пастор Теос, пастор, он проповедовал в больших количествах церквях, потому что он же пастор. Църкви или колко? Где-то в 7 църквях. Аз почивах. Я ему не завидую, потому что я отдыхал больше. Но важното беше, че в те три църкви, които ми позволиха да говоря. Но самое важное, что в этих трех църквях, где мне разрешили говорить. Казах, Господи, какво мога да кажа на тези, които са... Аз съм... Какво съм аз? Нищо тук. Да, я думал, что я могу сказать этим людям, которые такие духовные. Да, и, я почувствовал, да, что я никто. И на последната служба, особено на трите служби имаше хора, които изляха за покаяние. Аз не можах да повярвам на учите. И на всех трех службах были люди, которые вышли, чтобы покаяться. Амин. Я не мог поверить в это. На последната служба имаше 4 души. На последнем служении было 4 человека. Всъщност трябва да започна малко по отначало. Запознах се с един бивш мафиот. Я познакомился с бывшим мафиози, армянин. В друга среда. В друга среда вышли там, влезли. А, да, который был уже в другой среде? Но, да. Он ввел Эди в другую среду. Но когато се молих и когато призвах за спасение, за покаяние, извинявам се. Когда молился и призвал покаяние. Той човек така плачеше. Этот человек так расплакался. И аз си казах, Господи, на всичките му милиони, що плаче той? И я думаю, почему он плачет? У него же есть богатый миллион. Да, у него есть миллион, он богатый. Богатые не плачут. Богатые не плачут. Многие видях да плачут. Но я видел, что они плачут. И вопреки, че каза, че бил покаян. Но он сказал, что покаялся. Защото се виждаше смирението вече. Не я беше увидел смирение в нем. Не това, което виждам тук в мафиотите. Не, он уже не был такой, как настоящий мафиози. Този човек плаче и сега ми е такъв приятел. Не он так защо плакал, и сейчас он мне стал очень хорошим другом. Аз вярвам, че имаме много да вършим там. Я верю, что у нас есть много всего, что нужно сделать там. Да проповядваме пълното Евангелие. Чтобы вернуться и проповедовать полное Евангелие. С чудеса и знамения. С чудесами и знамениями. Бог е жив и днеска. Бог живой и сегодня. И той действа по същия начин, както тогава. И он действует так же само, как и тогда. И аз го вярвам това силно. И я очень сильно верю в это. Я сега се моля първото и основно нещо. Пътища, Господи, пътища в Армения, пътища в Армения. И я то, что молюсь Богу, это о путях в Армению. Още едно нещо искам да кажа. И еще хочу сказать. Този... Записва ли се това? Тогава ще внимавам, какво казвам. Добре? Този човек ме вкара в среда, която беше необикновена, така ще кажа. И этот человек меня ввел в среду, которая была необычная для меня. Отидахме на руска баня. Мы пошли в русскую баню. И аз казвам, сега какво правя аз тук? Я сказал, что я здесь делаю? Тези работи не са ми на мене вътре тук. Но тя беше всъщност сауна. Это была сауна.
И след това обаче изненадата беше, че трябва да се гмурна в студен басейн. И для меня было сюрпризом, что после этого нужно было прыгнуть в холодный басейн. Я не умру, няма къде да умру вече. Я говорю, если я здесь не умру, то в другом месте уже точно не умру. Я не из Сибири. Както и да е, това го преживях. Я это пережил. Тука съм. Я здесь теперь. Но ми направи впечатление, 12 човека бяха там. Меня удивило, что там было 12 человек. И аз си казах, Господи, аз какво правя тука? И я сказал, что я делаю здесь? Отпред колите бяха, не ми се говори, министерски. И там были машины, они приехали на каких-то охрана очень крутых машинах с охраной. И там не влизат случайни хора. И там не заходят но туда случайные люди. Няма невъзможни неща. Но для Бога нет невъзможных вещей. Защо ви го казвам това? Зачем вам говорю это? В словото, в притче веднага ми изникна стих. Из притчи у меня появился стих в голове. Не че аз съм това, но пише... Написано. Когато се смириш, Бог ще издигне да седнеш с царе. Когда ты смиришься, Бог тебя посадит с царями. Аз не съм се смирял толкова, имам доста я да смирявам. Я так сильно еще не смирялся. Но вярвам, че Бог има работа там да върши. Но верю, что у Бога есть работа. И това са хора, которую нужно сделать для этих людей. Министри. Это были министры. На ниво на подпашиняни, така нататък. На очень высокого уровня люди там были. И особено главният им, който беше 90 годишен. И их главный был, ему было 90 лет. Са хвърли три пъти в тая студена вода и аз съм молек да излезе здрав. И он три раза ходил в эту холодную воду. Обаче той е невероятен. Он той был невероятный. Беше като главния. Он был главатарь у них. И когато той кажеше на здраве, нали знаете в Армения? И когда он нещата? Говорил на здраве. На здоровье. На здоровье, да. Всички заставаха мирно. Все становились мирно. И той започваше от първия до последния, 12 души. И он начинал с первого до последнего. Ще завърша с това. Мене ме постави отдясно на него, почувствах се като отдясно на отца. И он поставил меня себя справа от него, и я почувствовал себя... Поне за 3 часа имах власт като... А, я почувствовал, что у меня есть власть. Така, първия, който беше вдигнат поздрав, бях аз. И того, кого он поздравил первым, это был я. И для меня это была привилегия. Така, ти не пиеш ли? И он спросил, ты не пьешь? Ами вика, много отдавна не пия. Я говорю, что я давно уже не пью. И че ти на колко си години? И он спросил, сколько тебе лет? Ами викам 65. Я говорю, что мне 65. И той пусна скенера така и каза, ти си на 60. И он посмотрел на меня и сказал, тебе 60. Край точка, това е, не можеш да вярваш друго. Така, защо го казвам? Защото направиха си тостове за всичките и се поздравиха. Нямаше пияни хора. Были тости всем людям, и все поздравили друг друга, и не было пьяных въпреки, людей. Едно такова шише изчезна в някъде. Една такая большая бутылка исчезла. Всички бяха с ума си. Но все были в уме. Уважиха се, това искам да кажа. Они проявили уважение друг к другу. Още на първия тост, когато казах, че не пия, те ме питаха, що не пиеш? И начали, сразу же меня спросили, почему ты не пьешь? Не пиеш, ты болеешь чем-то? И аз тогава веднага Бог ме изобличи и казах, аз съм вярващ. И Бог меня обличил. Я сказал, что я верующий. И даже ги помолих на огромната им трапеза там, с, да не говоря с какво беше, че още ми я их попросил на этой трапезе. На тези неща. Казах, може ли за секунда да се помоля за я попросил, масата? Могу ли я помолиться за этот стол? Я верующий. И Бог ме е научил да се моля за всяка храна. И Бог меня научил молиться перед едой. Не мога да ви обясня респекта, който веднага всички замръзнаха. И у них появилось масата. Уважение такое ко мне. И до края на събирането всички, никой не ме притесни, що не пи, що не пи. И до конца всей этой встречи никто меня больше не спрашивал, почему я не пью. А накрая ме прегръщаха всички 12, които са... И потом все 12 меня обнимали. Чичковци, нали? Съсещате, че не можеш да си смерти с охрана отпреди и да не си някой. Да, это какие-то вот важные дядечки меня обнимали. Защо ви го казвам? Почему я говорю это? Не да се хваля. Я не хочу хвалиться. Искам да ви кажа, че ви сте царски синове и дъщери. Я хочу сказать, что вы царские сыны и дочери. И Бог ще ви постави на места. И Бог вас поставит на места. Където ще лекуват и хора. Где будете исцелять больных. Където ще държите словото. Где будете говорить слово. Няма да бягате от него. Нищо, че си пред други и трябва да... Будете говорить перед другими и не будете убегать. Когато не направите компромис. И если сделаете компромисс, хората ще видят разликата. Они увидят разницу. Те ни харесват, че не сме като тях, с късаните гащи, извинявам се за младите, ако обиждам някой, но с они... модерните дрехи, с... Няма да ги оплашим с това.
Если мы не с короткими шортами, мы их не напугаем, потому что у них больше денег. Сердца. Но у них нет наших сердец. Язва на сърча. И я хочу вас вдохновить. Тук да се пълним. Чтобы мы здесь наполнялись. А вън къде излезем и да изпразваме. А когда выходим, чтобы мы делились тем, чем наполнились церкви. И когато бъдем като съдове, и если мы будем как употреба, сосуды, для почтенной... Спочнах и русский не разбирам повече. Для употребления, почетного употребления. Да, и тогава Господь ще влива... Тогда Господь будет наливать. И постоянно ще се пълним със Святого. И постоянно будем наполняться Ним. Аз ва насърчавам. И вдохновляю вас. Да се събираме и да се молим заедно. Чтобы мы собирались и молились вместе. Това е нашата сила. Это наша сила. Да се радваме в Господа. Радоваться в Господе. Да се молим. Молиться. И да му благодарим. И благодарить Его. За нещата, които нямаме дори. За вещи, которых у нас даже еще нету. Да. Искам да благословя. Има две благословения в Библията. Едното е в Стария Завет, другото е в Новия Завет. Хочу вас благословить. Есть одно благословение в Старом Завете, одно в Новом. Да благословите, защото вие сте специалисти. В Старом Завете вы нас благословите. А аз искам да благословя на армянски с 2 Коринтияни 13 глава 13 стих. И я хочу вас благословить на армянском. Понеже не можете да го проверите, четете си го. 2 Коринфянам 13 глава. И там се казва така. Всъщност ще ви го кажа първо на български. Вначале вам скажу на българском. Благодата на Исус Христос. Благодать Иисуса Христа. Любовта на Бога Отца. Любовь Бога и Отца. И общението на Святия Дух. И общение Святого Духа. Да бъдат със всички нас. Будут со всеми нами. И ако искате да го чуете на армянски. И если хотите услышать это на армянском. А, чакай, че трудно се почва. Шнорха и Шнорха Христосу Хисус Христосу, сера Асцзо, е в Огормотина Сурбхо Куин, амен, хет лан, амин. Фу! Казваме! Слава Богу! Нас тоже Бог обличил, что мы давно не проводим молитвенные служения. Чего давно мы не проводили служения. Что учеба началась. И так, мы обучение. Причем Геннадий отдельно молился, я отдельно. Геннадий... И прославители собирались, когда... Геннадий удивился себе молил, тоже прославители они предложили собираться играть. И тесно предложили, да се собираме да свирим, и под во время да се провежда молитва. Вот, поэтому мы, ну, посмотрим, у нас что на этой неделе, да, 4 дня духовная академия, да? 4, с понедельника по четверг, да, по-моему? Сегодняшнюю. Ну, в общем, мы напишем, если что, в церковный чат, когда... Напишем в чат. Когда соберемся на молитвенное служение, за молитвенники службы. Четверым Бог сказал, значит, надо четверым, быть послушными. Бог, да соберем, и тоже хочу вот под... Да. И хочу тоже подтвердить вот то, что Эдди сказал. Какой-то у нас в Казахстане, Эдди. Например, у нас так принято, что первому наливают и подают самому старшему. В Казахстане все, что прието на первую, да охрана на наистаршее. Да, и это проявление уважения. Два проявят оно уважение. Вот, поэтому тоже мы решили, когда мы проходим на кухню. И не решили мы, когда утиваем на кухню-то. Там все сейчас накрыто скатертью. Там всегда всичко прикрыто. И мы ждем. И не чакаем. В Библии тоже так написано, когда собираетесь на вечерю, ждите друг Библия друга. Библия, это все, что пишет, когда собираете за вечеря, чакаете один друг. Мы ждем, ждем чакаме, пастора. Чакаме пастор, пастор приходит. То идва. Пастор или диакон благословляет пастора пищу, или диакона благословляет храна, или и не стоя, сядаме. Если мест нет, и все вместе кушаем. И заодно за почвами дядя. И потому что, ну, дисциплина, это правильно. Дисциплина твоя правильно. Поэтому все, что Эдди сказал, подтверждаю. Всичко, което каза, Эдди, слава Богу, подтвержд... Мы двигаемся в этом в одном духе. Слава на Бога, сейчас видим заедно в един что дух. Бог нас ведет. Чи Бог не веде. Водим. Слава Богу.